Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Очень часто владельцы этого имени – целеустремленные реалисты, обладающие лидерскими качествами. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Легче других могут быть низвергнуты с высот достигнутого, или высокое положение потребует от них слишком больших жертв. Такт буквы «Ж» – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Эти люди – выдающиеся организаторы и обладают большим количеством внутренней энергии и жизненного оптимизма. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Владельцы этого имени способны идти к своей цели, невзирая на препятствия и трудности, однако уязвимы и чрезвычайно зависимы от мнений близких людей. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Буква «Ж» в имени – это стремление к эстетической завершенности. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.